Начали хорошо, получили 5 минут, одну пропустили, выстояли. Потом имели много моментов. Вратарь подтащил. И так нормально все, команда выполнила установку. В моменте с 5-минутным удалением Сергея Другаля, что там было не так? Как команда на это отреагировала и что сказали тренеры в перерыве? Команда отреагировала нормально, всякое бывает. Неудачный случай. Подбодрили, ничего страшного, вышли потом. Всей командой отыграли, отработали за партнера. Насколько сложно вот 5 минут играть в численном меньшинстве, тем более, что сколько бы шайб не забил соперник, все равно будет 5 минут неизгораемое. Ну да, тяжеловато, но что поделать, надо было выходить и играть. Нужны очень очки, боремся за плей-офф. Твой буллит как прокомментируешь? Ты сразу знал, что будешь именно так исполнять или действовал по ситуации? Ну было пару вариантов, там сориентировался.